Данную авто мы привезли с Кирчи. Машина пробыла в воде 3 дня. Первоначально, что мы с ней сделали, это мы ее отмыли, полностью разобрали ее. Машина полностью стояла по крышу в воде. Вот багажное отделение полностью было все затоплено. Грязь была, все отмыли полностью. Ковры все заменили, фонари. Поменяли блоки все, кнопки, потому что кнопки уже тоже не работали. Сиденья отхимчистили, ковер полностью помыли, торпеду снимали, швеллер. Вот смотрите, как можно определить, машина плавана или нет. Есть сразу ржавчина на сиденье. Эту гниль уже никак не убрать отсюда. Опять же, берете снизу, поролон чупаете. Он от влаги потом начинает рассыпаться. И у каждой машины, да, есть свой запах. Если вы садитесь в машину, сразу же вы чувствуете запах. Запах будет влаги, ну, в грязи. Как вы можете обратить внимание на крепление сидений. Они, ну, гайки поменяют цвет. Идет швеллер под торпедой. Он светлого цвета, он сразу же становится ржавый, сразу становится. Вот, открываете торпеду и смотрите. Вот видите, наполовину он уже ржавый, уже все. Коррозия началась. Проверяете электрозеркала, корректор фар электрический. Если зеркала не работают, как правило, зеркала, если находились полностью под водой, электродвигатели, они сразу выходят из строя. Электрический корректор фар тоже, они выходят из строя. Да, от дождя они как бы защищены, а от полного погружения нет. Если машина находилась в воде, и аккумулятор был под, ну, электросеть была под напряжением, то это идут сразу же блоки. Выбирают блок ДВС, блок коробки, блок управления климатом, приборная панель вышла из строя тоже. Их надо будет сразу менять. Мы поменяли приборную панель, блок управления климатом, блок двигателя поменяли, и тогда только она запустилась. Ну и опять же все кнопки, все полностью вымывали, чистили. Что-то работает, что-то не работает. Я бы такую машину себе не покупал. Я бы ее досконально проверил, я просто бы отказался бы от нее. Для того, чтобы там потом не было проблем с ней. Та машина, которая была в пресной воде, вот, ее еще можно как-то реанимировать. А машины, которые были уже в морской воде, с ними очень много будет проблем. Из-за того, что вода морская, соленая, вот, она начинает разъедать проводку, блоки. Вот, начинает коррозия появляться на кузове. Вот, как бы машина уже неизлечимая. Советую досконально смотреть машину, желательно на сервисе ее смотреть, полностью проверять все полностью, и электрооборудование, двигатель, коробку, смотреть, чтобы фары работали, зеркала, запаха, чтобы не было неприятного в машине. Ну и не спешить с покупкой такого авто. Просто очень много машин утонуло, вот, надо не спеша смотреть машину, потому что могут навязать просто машину, вы ее возьмете и все, и будете потом с ней мучиться.